И всем привет, ребят, с вами мистер Ванька, сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен открытию контейнеров, поэтому если вам нравятся подобного рода видосы, то обязательно поддерживайте их лайком. Сегодня у нас довольно неплохое количество контейнеров уже накопилось. С прошлого челленджа там оставалась какая-то определенная сумма, плюс с этого дополнительного челленджа накопились контейнеры, плюс там с недельных заданий, и в общем и целом мы имеем 50 обычных контейнеров, плюс 6 ультраконтейнеров, которые мне выпали с особых миссий, которые я тоже не открывал до этого момента, поэтому сегодня все мы это дело, конечно же, откроем, посмотрим, что из этого нам дропнет. Будем надеяться на то, что дропнет как можно больше кри. Потому что, как вы знаете, прокачка дронов продолжается, и по тихой кристаллы-то уходят, да, там как бы шаги уже не такие уже дешевенькие, поэтому крисы будут мне нужны определенно. Поэтому будем надеяться на то, что сегодня что-то годное в этом плане дропнет, может какой-нибудь миллиончик, а почему нет, почему бы не миллиончик мне бы дропнул, и было бы вообще тогда все максимально шикарно. Поэтому, друзья, начнем, я думаю, что открытие именно с обычных контейнеров, потом дополнительно уже откроем ультраконтейнеры, с которых тоже может что-то интересное дропнуть. Ну а если вам заходит подобного рода видос, и вы хотите, чтобы их выходило больше и чаще, чтобы чаще мы открывали конты, то поддержите его лайком, мне будет очень приятно. Ну и если не подписан на канал, обязательно тоже подписывайтесь. Я больше, наверное, балаболить не буду. Начну уже потихо открывать. Как всегда, по единичке открываем. Я своим, как бы, тактикам и открытием не изменяю, поэтому будем смотреть, что нам будет здесь дропать. Пока, конечно, ну такое. 5 белых. 5 белых подряд. Это плохой знак. Очень плохой знак. Хотя, с одной стороны, это плохой знак. С другой стороны, этот знак может свидетельствовать о том, что сейчас будет что-то хорошее. 9 белых подряд. Фига себе, стрик собираю. Опа, вот здесь 10-й сразу фиолетик. И сразу это иммунитет от оглушения, то есть это хантер, который не стопится. Окей, хорошо, пусть будет. Пусть будет, а это был, кстати, не 10-й, я там что-то обсчитался. Мне иммунитет упал только на 8-й, значит было всего лишь 7 белых подряд. Что-то как-то мне казалось, что больше открылось. Ну ладно, ничего страшного. 10 тысяч крин, наконец-то кристаллы начинают дропать. 125 РМК, это фигня, которая мне не нужна. Но с 15 контейнеров одно устройство — это нормально, наверное, показатель. Я не знаю, конечно, для кого как, но для меня это нормальный показатель. Может, кто-то скажет, что это фигня полная. Но пока я вообще за кристаллами пришел, что-то кристаллов особо много не падает. 20 контов уже открыл. И по кристаллам, ну там плюсануло 1030, наверное. 1030 из 20 контейнеров, это, я бы сказал, что очень даже слабовато. Слабовато. 125 ускорений. Оп! А это что такое? А, 10 дней премки, нифига себе. Значит, у меня туда контейнер перескочил. Не понял я. Ну ладно. Не понял, но ладно. Окей. 10 дней премки. Это очень хороший приз. Я просто, ну, как бы, знаете, когда у меня премка завтра заканчивается, то я как-то сильно особо не обращаю внимания на эти моменты. Кто понял, о чем я, тот понял, тот красавчик. Кто не понял, тот, ну, тому, значит, не суждено было понять данного рофла. Так, 20 контейнеров остается. 20 контейнеров. 3500 кристаллов еще дополнительно. Хотя мне можно было бы еще, наверное, немножечко премочки. Ой-ой-ой-ой, как я давно не видел этого свечения. Ничего себе. Краска Фудияма. Где-то у меня такая была. Но давно я не видел такого свечения, если честно. Давно я не видел в обычных контейнерах, чтоб я открывал и падало золотое. Потому что, ну, я не знаю, там, то ли шанс пофиксили, то ли еще что-то. Но золотого реально свечения давно я не видел. Поэтому для меня это, наверное, даже немножко удивление, то, что сейчас оно выпало. И это анимашка. Сколько мне там еще оставалось? Ну, много, все равно много анимашек мне оставалось. Я, конечно, не особо там за этими крясками гоняюсь там и хочу там что-то выбить для себя. Но, в принципе, все равно приятно, когда хотя бы в золотом свечении падает какая-нибудь вот такая вот красочка, а не, условно говоря, там постоянные какие-то белые свечения, да. То есть давно не видел, может, даже каких полгода мне не падало никаких красок.
А тут хоп, и какая-то вот такая вот красивая Фудзияма мне упала. Я не понимаю только, что там на ней нарисовано. Это поцелуйчик или что там? Сейчас посмотрим. Я не знаю, где эта краска, правда, находится. По идее, она не должна быть здесь где-то далеко. Где-то тут она должна быть. Фудзияма, Фудзияма, Фудзияма. Фудзияма. Вижу, короче, такой краски. Тут уже пошли другие. Там и быть не может. Короче, сейчас пролистаем. Если не найдем, то не найдем. Пойдем открывать дальше. Но я, честно говоря, хотел бы ее найти. Может быть, я уже ее где-то пролистал. Просто я немножечко слеповый, по ходу дела. А, вот она. Что это на ней нарисовано? Я не понимаю, что там нарисовано. Какие-то лепестки, чешо. Ну, короче, такая себе краска. Я, конечно, не любитель этих красок, поэтому для меня, наверное, вообще пофиг, что там дропнуло, какая краска. Ну, так, конечно, неплохо, неплохо, пойдет. Может, еще чем-нибудь дропнуть. 5 золотых, нормально, пойдет, пойдет, пойдет. Я бы какой-нибудь, ну, не знаю, соточку бы какую-нибудь хотел бы увидеть. Столько кли я бы и не отказался бы увидеть. Давно я соточки не видел. А вообще, мне никогда в жизни не падал миллион. А если бы мне хоть когда-то бы он упал, я бы тоже был бы рад. Ну, это так, чисто между нами. Я был бы рад этому миллиончику. Потому что в данный период времени кристаллы лишними точно не будут. Еще десятка сверху упала. Почти 100к уже поднял. Но 100к с такого большого количества, конечно, контейнеров, это не так много, если честно. Это не так много. 5 золотых. Зато, как бы, могло, например, той же премки не упасть, да? Дропнула премочка, тоже неплохо. Не всегда она падает. Оп! Устройство. Иммунитет от оглушения. Нифига себе, у меня сегодня одни иммунитеты от оглушения. Нет. С точки зрения того, что мне упало вообще в принципе два устройства, это очень круто. Это реально круто. Но какие мне упали, да, то есть мне они по сути, что одно, что второе, ну, наверное, не будет необходимости в них. Я их не буду одевать. Но как факт того, что они мне дропнули, это, конечно, довольно-довольно неплохо. Довольно неплохо. Плюс два устройства. Это хорошо. Хорошо. Удачно. Удачно я зашел. Удачно я открыл писяточку. И, к слову, с, получается, первой половины писятки мне дропнуло одно устройство. Со второй половины одно устройство. И плюс еще краска анимированная, да. То есть нормально, нормально, достойно. Возможно, я думаю, что в следующий раз я тоже буду не открывать там, например, 20, да, контов у меня будет. А буду, наоборот, там копить вот как бы примерно до 50, да. Чтобы уже было более большое такое количество. И с него, мне кажется, ну уже шанс какой-то побольше, что мне что-то хорошее дропнет. Потому что когда я, помню, открывал по двадцатке там, ну такое себе падал, конечно. Было такое неприятное ощущение, если честно, когда там все ничего не хорошего не упало. А тут с писятки два устройства и дополнительно анимашка вообще. Зачетно. Ну и теперь уже открываем 6 ультракантов. Не знаю, что мне с них дропнет, но походу... Походу ничего, наверное, нормального не будет. Я просто такой ванга-человечек, который уверен, что мне нифига не дропнет. Ну да, ну да. Ну да, ну да, ну да, ну да. Вот именно это я хотел выбить с этих замечательных контейнеров. Это хорошо, что я их открывал под конец, после того, как я уже что-то хорошее дропнул. Да, вот представьте, у меня было бы сейчас бы 6 ультракантов. У меня бы ничего больше не было. То есть было бы только 6 ультракантов и 0 обычных контейнеров. Я бы открыл бы, но у меня бы, как всегда, сгорело. Хотя, по сути, сейчас эти ультраконтейнеры достаются не так уж и тяжело. То есть обычно на ивенте я просто там катаю. И эти 20 тысяч очков, да, вроде как за 3 дня набить вообще не сложно. То есть они вообще налегке набиваются там по 5 через 7к в день, да, если там бить, ты уже набьешь. Ну, у меня и то там быстрее все это дело получалось. Вот такой вот видос у нас сегодня, друзья, получился. Если он вам понравился, если вы хотите вообще видеть больше видосов по контейнерам, как я уже сказал, в
поддерживаете данный видеоролик. Ваш фидбэк — это очень важная вещь для последующих видеороликов, да, и по скорости, когда они будут уже у нас вообще следующие выходить. Ну и пишите вообще в комментариях, что вам дропают с контейнеров. Мне тоже будет интересно почитать, падает ли вам что-то хорошее, давно ли вы видели, например, анимашки из контейнеров, если вы их открываете. Да, и возможно, что-нибудь интересное у вас тоже упало. Поделитесь со мной тоже такой информацией. Все ваши комментарии, конечно же, читаю. Если какие-нибудь вопросы, может, у вас есть, тоже можете смело их задавать в комментариях под данным видеороликом. У меня, друзья, на этом сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.